Всем привет, вас привет, игровой канал Saint Gamer, меня зовут Пашок, мы продолжаем проиграть Соседа 2 Адские каникулы, и на подходе у нас следующее задание над облаками, поехали. Так, сейчас здесь мы все сразу лутаем. Так, здесь у нас тоже мамашка присутствует его. Так, надо доставать мышку. Все, отлично, у нас есть мышь. А, так, сейчас здесь чуть-чуть подождем, пока свет спустится. Все, в принципе, можно заходить. А, так, здесь вроде бы никакого у нас лута нет, все осталось внизу. Так, вот, помню, вот мышкой можно было выкурить. А, так, нет. Нет, пока не пойдем. Так, все, можно, в принципе, спускаться. А, мышкой выкуриваем змейку. Так, возьмем еще здесь провод со столба, который упал. А, возьмем какую-то фигню там. И вот это вот. А, так, все, в принципе, можно идти сюда. Так, сейчас мы здесь все сразу сделаем. А, нет, нам нужна вторая мышка сначала. Так, вторая мышка нужна для того, чтобы напугать слона, как кто-нибудь знает, а кто-нибудь не знает. Но я думаю, что сейчас все знают, что слоны боятся мышь. Тут вот можно спрятаться. Довольно такой хороший способ спрятаться в чашку большую. Даже не чашку, как это можно назвать. Так, сейчас где наша подушка-пердушка? Ее ложим сюда. Все отлично. Теперь, теперь подождем здесь. Сейчас пойдем где-то здесь вот на пакости. Зачем себе вот эти вот штуки отбеливает или что он делает, натачивает их. Да и тапочки у него, они с первого этого, как ее. Не с первого, но с первой части игры. Так, все, мамаша у него уже там, а я что-то тут еще стою. Так, где наша мышка? Слон, на, держи. Тряпка, стираем, рисуем новую, берем вот это, делаем вот так вот. Так, теперь идем, соединяем провод. Сосед вот так вот полетал. Это сюда. Так, отлично. Так, сосед идет опять себе натачивать обувь. Но мы взяли какой-то цилиндр с лезвиями. Взяли. Так, все, в принципе, можно уже сюда перебраться. Сейчас нужно подождать, пока мамаша выйдет. Положим грабли, отпустим собачку. Ну и все, наверное. Все пакости будут выполнены. Так, все, выходи. Посади на собачку. Так, все, уже можно спускаться. Так, грабли. И собачка. Все, собачка отпущена. Идем ныкаться в корзине. Ну и все, в принципе, можно уже наблюдать за соседом. Давай, окуни руку, деньги. Может, это можешь закончить? Все. Отлично.
отлично, мы опять пошли на этот кубок, а нервный срыв. Ну что ж, на это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока.